Фанаша, саллаллаху алейхи вассаляма, ятимен, пророк саллаллаху вырос, будучи сиротой. Суммаин Аллах спанадали акрамаху, потом Всевышний Аллах проявил ему щедрость, фаесар аляху зауджа саляха, и облегчил ему праведную жену. Ваги умуль муминина Хадиджа, ради Аллаху анха, это мать правоверных Хадиджа, да будет доволен ей Аллах. Таузаваджаху валяху хамсу вайшруна мин аль умр, когда он на ней женился, ему было 25 лет, вальгар бауна сана, а ей было 40 лет. Братья, этот возраст Хадиджа, ради Аллаху анха, упомянут в книгах по сире. Однако нет ни одного достоверного иснада, то есть нет ни одного достоверного сообщения о том, что ей было действительно 40 лет. И мало этого, баракалуфикум, передаются и другие риваяты просто от того, что большинство людей читают Рахик и Махтум книгу по Сири, которая опирается на Ибну Хишама, а там это упомянуты эти факты, и все среди людей распространилось, что ему было 25 лет, саллаллаху алейхи, Хадиджи 40 лет. На самом деле пришли разные риваяты. Есть риваят, в котором сказано, что и 25 лет было. Есть риваят, в котором сказано, что и 28 лет было. Есть риваят, в котором сказано, что и 35. Есть риваят, в котором сказано, что и 40 лет было. Поэтому риваят и баракалуфикум разные. И в наше время, когда баракалуфикум, какой-то брат хочет жениться, у него молодая жена, он хочет взять вторую, говорит, что ты сунна не делаешь, не берешь себе 40-летнюю женщину, скажи, милая, это недостоверный хадис, успокойся, баракалуфикум. Но у нас есть достоверный хадис, где пророк, саллаллаху алейхиссалям, побуждал жениться на девственницах, баракалуфикум. Ваканат хакиматан аакилятан салиха, и она была мудрая, разумная, праведная женщина. Разакагуллаху минха улят куллюхум. Всевышний Аллах наделил пророка, салласлям, то есть все дети пророка, салласлям, были от нее. Минбанина, вабанат, будь это мальчик или девочка, или Ибрагим, исключением является его сын Ибрагим, фейнукана минсарияти и Мария, потому что он был от рабыни Мария, аль-Киптия, из Египта. Аль-Мухим, анналлаха яссара галягу, то есть одним словом Всевышний Аллах облегчил Хадиджу, пророку, салласлям, салям, вакамет бишуунихи, и она заботилась о нем. Валям етазавач сивах, и он ни на ком, кроме нее, не женился, хатта матат, пока она не умерла. Тоже в наше время сестры говорят, что вот пророк саллассам, когда был женат на Хадидже, ни на ком не женился. Скажи этим сестрам, баракалу, если бы ты была как Хадиджа, я бы тоже ни на ком бы не женился. Дальше. Ахилляу яумаидзин ба'дзухум ли ба'дзин адун илля аль-муттакин. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون